это один из самых массовых спортивных проектов России. Его главная задача – привлечь как можно больше школьников к занятиям физкультурой и спортом. Сейчас проходит дивизионный этап чемпионата. 17 января на паркете встретились команды Десногорска, Рославля, Починка и Ельни. В упорной борьбе наша команда заняла первое место. Теперь она примет участие в региональном этапе чемпионата. В следующем выпуске мы расскажем вам, как прошли игры у юношей.